Всем привет, продолжаем играть в меч и магию 10. Ну ладно, дошли до куда-то. Давайте посмотрим. Задание и магистр искусства войны. Ну, мы, наверное, магистрами стать не сможем. Мне пришлось учиться искусству войны в боевых условиях. Ничто не могло лучше подготовить меня к грядущим битвам, чем набег с бандой орков на тюрьму, в которой герцог Волк заточил мою сестру. Я бы мог научить вас всему, что я умею, но сперва докажите, что у вас сердца настоящих воинов. Мы готовы, давай. Вот этот дух. Не наделайте ошибок. Вы или победите, или погибнете на арену. Собственно, сейчас на меня нападут, я так понимаю. Ничего страшного, конечно. Наверное. Я надеюсь. Вон они бегут, козлы. Надо как-то встать так. Чтоб совсем-то не окружили. Ну, то есть левый бок хотя бы. Блин, опять эта девочка подставится сейчас. Давайте посмотрим, что побухать-то здесь можно. Надо побухать. Ну все, ладно. Ждем их. Ничего страшного, я думаю, мы ему люлей-то налюляем. Я надеюсь на это. Подходите уже. Отлично. Я просто не знаю, кто с какой стороны будет подходить. Ну, давайте поставим. Ага, с этой стороны поставим. И в гоблина выстрелим. Ну, почему нет? Ага, они с этой подходят. Ну, ладно. Да ради бога. Ну давай факел, да. Да ничего страшного. Отлично. Минус один. Ну как-то вот так вот. Бой вроде не тяжелый, достаточно нелегкий должен быть, но в то же время он такой, если честно сказать. Проходной, вроде как. Ничего особого, сейчас мы подойдем к ним. Можно было, кстати, и не подходить. Большой правды в этом нет. Ну вот мы выполнили задание магистра войны, но вот задание вроде дополнено. А ну на нас Егор нападает вот этот. Ну бухни что-нибудь, что-то. Думаешь, мне жалко. А, ну понятно, ладно. Ну, вроде. Ничего страшного, в то же время, но вот здесь достаточно сильная тварь. Ага. А тут это еще тварь, но. А, ну то есть это новый этот. Я помню, что там не все так просто. Ну в то же время, ну. Как говорится, не тот компот. Плюс один. Опасны именно вот эти ребята. Они могут выпасть. А этих, ну этих сейчас убьем. Обязательно. Они хилятся, ну как обычно. Ну, ДПС сейчас достаточно высок, то есть урон в секунду. Ну вот.
собственно, и все, наверное. Watch out! Behind us! Это что? А, ну понятно. Понятно, ладно. Надо было сохраняться. Вот это, конечно. Это, конечно, круто. Он бьет по площади, бьет сильно. Ну ты-то хил. А вы все бейте. Оу-е! Отразил. Ну вот хороший урон сейчас. Магия воздуха. Получила. Но не получается отхиливаться и так. Давай. Ну, грязь. Нормально. Минус один. Ну, горит лампочка, это значит, что не все. Брателло, ты хочешь меня съесть? Я нисколько не сомневался. Нападай. Да. Совсем ни о чем. Урон от магазина. Пилочка больше нанесла. Ну, детский урон. Ну, хорошо. Ну, вот пилочка будет. Ну, вот я о чем и говорил раньше. Сейчас она наносит микосметический урон. Какой-то личный. Вот. Смотрите. Ну, ой-ой-ой, ну, видимо, половину промазала. Минус один. Ну, выполнено. Давайте поговорим. Хоть какое-то задание выполнили. Задание. Ну, я думаю, нам дали опыт. Давайте посмотрим. Опыт по 400 единичек. Ну, хорош. Почему нет? Ну, у нас некому обучаться. Ну, ладно. Этот персонаж, скорее, из меча, героев меча и магии 6. Последних героев. Вот. Сандер, один из братьев главных действующих лиц. Ну ладно. Ну вот звездное серебро нашел. Это вот здесь. Вот здесь. Упавшая звезда. Ну, где-то пригодится, не знаю где. Понятно, что это что-то нужное, поэтому я на этом заострил внимание. И вот я дошел до священной рощи, не поленился, аж до сюда, хотя нам вот сюда, не сюда, вот даже ниже, крепость воронов там в черепе, ну и воронов надо, то есть выполнить все квесты, что ли. Но я вернулся в священную рощу для того, чтобы забрать сундук. Мы там по воде не могли ходить еще. Сейчас нужно забрать. Зачем он там будет валяться? Так, и так вот нам вот сюда, я так понимаю, мы вот здесь пройти не могли, чтобы взять ключ, чтобы открыть вот здесь сундук. Так что давайте пройдем. Это враги, которые здесь могут встретиться, нам уже, наверное, не враги, нифига. Ну, по крайней мере, навряд ли они смогут нам составить какую-то конкуренцию. Вот, мы получили серебряный ключ. Я сомневаюсь, что там что-то сильно крутое. Но, тем не менее. Не доделать это как-то тоже.
надо собирать все. Вот, фигня, конечно. Полный бред. Ну, это, может, и не стоило ходить сюда. Но тем не менее сходили. Давайте теперь пойдем в каменный череп, там и встретимся. Ну и вот мы прибыли к каменному черепу. Здесь нас ждут сразу несколько заданий. Один из них это магистр Лука просит отобрать у них лук у местной дамочки, которая украла у нее лук. Потом тут еще же есть, насколько я помню, осколок воздуха, который позволит нам ходить по порталам и уже поднять других девочек степени. Ну и соучастники. Это, конечно, в каменном черепе находится сундук. Это, ну, главное, это по главному квесту. Ну что ж, вперед! Вперед из песни, как говорится, да? Пойдемте. Я не помню, здесь, по-моему, ждут нас непростые бои. Как есть, так есть. Давайте врубим кое-какие вещи. Well, thank you for that. Это чтобы посветлее было. Я не помню особо, как бы это... Ой, надо было продать все сходить. Сейчас места не будет хватать. Здорово, чувак. Да ладно. Плохо, что места нету в рюкзаке. Подходите. Целый 40 урок. Но все равно какой не есть, все равно урок. Ладно. Лок. Ну давай. Очень часто блоки. Очень часто. Не ругайтесь. А, эту и мы просто, чтобы ману не тратить, просто сейчас. Зафигачим и все. Она умрет. Быстро и болезненно, ладно. В нише здесь стояли, нас встречали. Ну и ладно. Пунктирующая любая, это пунктирующая, это защита. Yes! Здорово, чувак. Давай, я даже на тебя, мне жаль, на тебя ману особо. Подходи. На копьемки. Сейчас купим тебя. Сейчас оружием ближнего боя мы его уделаем. До свидания. Он все. А, ну там еще самка эта. Ну вот она. Как какашку на нас наслала. Ну здорово. Ну так вот. Блин, я взял не туда назад, ну ладно. Пофигу, пофигу. Ну все, до свидания. Опыт он, как говорится, сын ошибок трудных. Так, сколько там еды, дофига? Дофига, давайте поспим лучше. Чем тратить запасы наши. Вот так вот делаем. Все вроде открыли, да? Значит, подземелье состоит из двух уровней, насколько я помню. Вот.
скорее всего, это открыло проход. Great! I needed to hit something. Здорово, ребятки. Так, ну, вернемся назад, чтобы не окружать. Нифига себе. Урон какой не слабый. Классно. И чё, минус один прям? Нет же, выжил, гад. Выжил, гад. И оба же сейчас хряснут меня. А нет, не хряснут. Как раз оба и не хряснут. Давай, до свидания. Это, наверное, проход на второй уровень. Ну, не важно. Вот это что за чудовище на меня надвигается? Какое-то оно особенное, да? Весь аж урона намазано. Так. Огонь. А, военачальник нагов. Ну это сильно-сильно, конечно. Так, ну, удар. Все, удар. Еще удар, вот. Военачальник нагов топ. Дай ему дорогу. Так, осматриваем все. Это куда? А, это на второй уровень. Ну, как я и предполагал. Ничего особенного. Вот здесь вот покопать можно. Давайте покопаем. Блин, ну у меня единственное, золотой ключ получен. Это хорошо. Единственное, что это какое-то там место нет. А, ну вот. Ребята начали нападать на меня. Давайте. Как-никак открыл. Отражено. Сзади никто не нападает, нет. Ну, ждем. У моря погода. Ага. Отлично. Ну, надо по городам проходить, походить, его собирать, конечно. Зелье раскупать. В основном уходят на зелье, вот на манну. Деньги. Ну. Ну, в принципе. Кстати, урон-то приличный наносится. Ну не то чтобы супер. Ну на ногу. Я имею в виду стрелы. Минус один. У них большое сопротивление магии воздуха, я смотрю. Ладно. Вы где, ребят? Вы не со всех сторон там нападаете на меня? Нет, нормально. Мартышка нападает. Ну вот она тупила, решила напасть. Ладно. Ну так даже лучше. Ну, ты плохо поступаешь с нами. Я тебя все равно зажму в угол. Ну давай, лупи. Жги.
говорится, так. Ну, ё-моё. А, ну там, да. Давайте сохранимся. Там нас ждут проблемы. Ну все, чё вы? Нормально. Отпейся, отпейся. Да не жалуйся ты. Кому легко? Никому не легко. Начальник нагов, давайте отобьемся, иначе он нас может поиметь, что не соответствует нашей политической ориентации. Так, давайте сохранимся. Вот так и вот. А, ну, не хватит, конечно, мне места, придется чем-то жертвовать. Ё-моё, ну что ж вы, и прям окружают после этого, видите, да? Я вернусь сюда. Давайте постоим. Реген врубим. Я думаю, мы переживем это нападение. Можно было и уж хрестнуть. Да. Вот я об этом и говорил. Вот так вот. Подходите уже. Чего вы стесняетесь? Не стесняйтесь. Военачальник нагов. Неплохо, я вам доложу. Вообще здорово. Издар. Нормально, что-то. Минус, я начальник нагов. Нормально. Ну, конечно, это не удар в ближнем бою. Так вот, подойдем и начнем ее бить. Ногами. Давайте, девочки, запинайте просто ее. Просто запинайте. Ага. Ну, подходите, кто хочет. Подставляться не будем. Все, ждем. Милости просим. Кто-нибудь подходить будет или нет? А по-моему, никто никуда не подходит, они меня ждут. Да, они тупят. Затупили, называется картина. Ладно. Ну, давайте подвинемся теперь обратно. Вроде поехали, ребята. Ну, давай, подходи.
И эти вокруг пошли, нормально пошли. Ну все, стали. Ну нормально, чё? Ну пока нет. Они дойти не успеют. Я чувствую, некоторые из них точно. Блин, свет врубил. Ну что значит? Ну, не, ну это не помогло им. Ему не помогло точно. Может, твой начальник у магов поможет. Нагов. Магов. Нагов. Вау. Ну, все, подошел близко, получи по морде. Ну и все. Ждем остальных. Подходите, не стесняйтесь. Мымрочки, подходите. Ну я поближе к вам подойду, чтобы в ближнем бою поразить. Да что вы, мои хорошие. Какие вы шуи тут побьем? Пощечину тебе за это. За волосы ее оттягай. Уровень, да вы че, серьезно что ли? Да не может быть. Так, а здесь известно, что будем. Доспехи-то понятно. Вот еще одно очко навык осталось. Я вот что думаю. А давайте магию света качать. Пусть она тоже будет хилом. Ну, паладин не зря же на паладин. Давайте сохранимся, там вот видим. Дополнительные ребята, которые ждут нас на выходе. Конечно, можем пройти здесь. И свалить, да? Я так понимаю. Плохо, что места нету в рюкзаке. Ну, потеря опыта, это не наш метод, да? То есть мы пойдем сейчас и откупим их. Ну или его. Ну, по-моему, один остался, но пусть там сидит. Ну давай, подходи. Он еще и зелья нам дал. Слава богу. Вот. Ну теперь можно смело, наверное, отправляться. Well, thank you for that. По второму уровню. А, кстати, а для чего был тогда золотой ключик? А я его использовал, да? Да, вот это второй уровень. Ну, пойдемте туда. И вот у нас спрашивают пароль, да? Вот и пароль. Пич рыба. Ходи. Заходим. Ладно, пошли вперед. Будь что будет. Я вон вижу там засаду. На месте, на месте. Я видел. Я вас видел, ребят. Вы что, думаете, вы самые умные, что ли? Ну, давай. Давай подойдем. Они же в бок здесь встать не могут, они только спереди сейчас здесь подойду, да? Ненормально. Давай. Да, давайте. Девочки, регенерируйте. Отлупим сейчас все, что. Первый раз.
А верховная жемчужная жрица. Это вам не фигли-мигли. Сучка стукнула. Больно стукнула там. Бою одну добьем. О, левла. Получили левла. Отлично. Блин. Так, а развивать что будем? Ну, давайте магию света будем. Я уже магию сродила. Так, кто будет? А, ну, дай ей по рогам. Больно дерешься, сучка. Ну за что? Ну. Дай копьем. Она ее копьем, кстати, у контрапупила. Да, здесь уже монстры такие посерьезней. Мы их все равно убьем. Да, ну не может быть. Щит ударил. Такой прямо продвинутый чувак ударил в щит. Ну все, давай, до свидания. Сохранимся, пойдем вперед, да? А тут ни шагу не дали сделать, вот уроды. А, кстати, вон они, видно, вон они там еще стоят, их много везде. По уровню, я помню. Будем ходить потихоньку. Единственное, что жаль богатства, по-моему, все не влезут. Это уже дело десятое. Так, здесь боссы есть. Один точно вот этот с луком. Сучка, которая на лук отобрала магистра. Лука, которая просит для обучения. Нам, слава богу, не нужно это обучение. Вот, сундук все закрыт. Да. Это круто. Ну, то есть это вот основное задание прошли. Вот. Осталось отобрать лук. И еще что-то я забыл уже даже. Что-то еще сделать, не важно. Так, давайте сохранимся и пойдем. То есть я смотрю, что-то нельзя пропустить. Вот, потому что. Потому что бой не начался. Надо... А, осколок воздуха нам нужен еще. Обязательно. Понял я. Да ладно тебе в щит попалить, орешь-то. Настоящий. Элитный военачальник, так. Вон он, чё. Еще уровень появился, да. Давайте уровень поднимем заодно. Зеленки, удача, телосложение, да. Отлично. Посмотрим. А то уклонение надо качать. Надо качать уклонение. Ну, ладно, качаем средние доспехи. Их тоже надо качать. Блин, не туда надавил. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж это за беда такая прям? Ты зачем так стоишь? Умри за это. Ай-яй-яй, больно. Ага, давай. На тебе по морде за это, на по морде. Так. Ого.
они так же гудят, как эти. Как людские эти воины. Типа призывают. Ну, не важно. Это им не помогло. Нифига не помогло. Даже скрипт. Даже скриптовое нападение не помогло. Ну, все равно. Вот, кстати, там. Мадам, держите вашу шляпу. Там босс, по-моему. Вот там, именно там. Которая лук. Лук контрапупила. Лук контрапупила лук. Вот. Пойдем. Я хочу свалить, попробовать. В сторону чуть. Вот так вот сюда. А здесь они пусть подходят уже. Ну, чтобы не окружали и чтобы вынудить к ближнему бою. Вот. Я думаю, мы победим. Я надеюсь. Противник, по-моему, достаточно серьезный. Вот эти вот пандавошки. Давай, проворная русалка, проворная русалка. Ну, в принципе, урон-то неплохой. Посмотрим сейчас. Блин, надо было все-таки сделать одну вещь. Давай-ка сделаем ее сейчас. Решительность. Для чего? Чтобы они никого не напугали. Русалки чем и страшны они. Контролем. Подходите. А, ну эта мадам осталась там. Сама-то. Ну, чё, где ты? А, ну исчезла. Это, по-моему, есть босс. Сейчас посмотрим. И Манджа называется она. Да, это босс. Да, это босс. Надеюсь, мы выдержим бой с ней. Иначе будет больно. Противно. Да, стукнула она хорошо. Оба выдержали. Пощечину ей на 5 целых единиц урона. Не ругайся. Сейчас урон будет бешеный. Нет. Нормально вроде прошло. Так, а ты решительность того ж... А, ну или не стоит сейчас уже. 6 урона. Все, лук Юмико получен. Теперь... Если бы мы были, у нас были в наших рядах лучники, они могли бы стать магистрами. Ну, к счастью, у нас лучников нет. Почему к счастью? Потому что они, ну, бредовые в этой игре. Осколок воздуха получен, то есть нужно переться сейчас. Вот, 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 об этом я и говорил. Ну все, чуть не влезло. Не... Налезет батьку, говорит. К рынку и налезет, так. Главное, что получили все. Все основные задания мы выполнили. Сундук черных лыка получили.
осколок воздуха, получили лук Юмика, получили. Больше нам здесь делать, в принципе, нечего. Осталось сдать Юмика. Задание. Я сдам, дойду и закончу эпизод. Эти убиваются легко и непринужденно, ребята. Источники опыта наши. Ходите, ну, вот так вот, выстраивайтесь. Отлично. Опытный кенсей. По аналогии сенсей, да? Я думаю, это отцы под сенсеем. Очень похоже на японские эти стили борьбы. Давайте пройдемся. Так, открываем, закрываем, предотвращаем. Ну, он сундук лишний. Абсолютно нам взять ничего не будет. Получен сан, что-то получен сан Тенга Муген. Это что такое? Это наследство семьи Хамата, древний меч по имени сан Тенга Муген. Хрен ее знает, не помню, что такое сан. Это, наверное, это он меч. Ладно. То есть есть еще одно задание, завязано на одном задании. Ну вот. Магию света, что ли? Прокачать ей. Ладно, посмотрим. Я подумаю. Что-то долго думаю, конечно, но ладно. I'm a wee bit busy right now. А, нельзя сохраниться. Да. Ну извините, чего вы ругаетесь-то сразу. Обходите по одному. Давайте посмотрим, что там за сам Муген, блин. Так. Станьте кулон, но это в пещеру воронов. А, кстати, вот серебро там мы нашли как раз. Его надо унести в морскую гавань, и там сделают меч и артефакты. Один из лучших в игре. Вот. Я разве нашел меч? Я не нашел. Нашел я меч. Вот. Поговорить это в Крыге, надо поговорить, сдать квестбор. Это сдаст. Нам все равно воду не качать так. Ну, завершить задание соучастники можно. Вернитесь к Юмика, это вы, ну, много чего выполнили мы здесь, в черепе в этом. А, ну поговорить с Мизуки надо, таймерский, то с неделя прошла. Потом месяц будем ждать. С фара привезти, ну практически-то все. Дозорная башня, но я его не отвожу к дозорной башне, во-первых, там нужно скакать уметь по телепортам воздуха, а во-вторых, он плюс 10 к опыту дает. Ну зачем это? Успеем, доставим. Ну, осколок воздуха мы получили, можно открыть будет. Ну я не вижу этого задания, хотя оно есть, должно быть.
Ну ладно. Не дерись. Мирись, мирись. И помер, гад. А, ну они ничего сделать с этой стороны не могут. Давай. Реген. Отлично. Давай, давай, давай. Минус один. Блин, какой хороший удар. Давай, 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 быстрее. Я думал, все сделать. Зачем-то выстрелил. Ну, ядрит, мадрит. Минус один. Магия воздуха действует несколько раз. Минус один. Меч какой-то там получили, неважно. Я думаю, это тот меч, который... Маяк. Нет. Может, нет. Ну, что-то получили. Фак, что это связано с заданиями. Все, да? Ну, наверное, все. Ладно, увидимся уже. Магистр стрельбы. Ну вот, до мадам до одной дошли, которая из руки. Задание магистра тайного. Я еще не готов вас учить. Приходите через месяц. Вообще бред. Вот, оно дополнено. Теперь через месяц. Но мы пришли к ней. Здесь кто-то находится. Пойдем теперь к магистру Лука. То, что я делаю. Ну вот, вроде на месте. Здорово, мадам Юмико. Ну все, теперь она может нас учить, но учить некого. Ну, не важно. Опыт, он сын ошибок трудных, очень важен. Ну не знаю, давайте отправимся сейчас в морскую гавань. И сделаем артефактный меч для нашей святоши. Ну вот, по-моему, где-то здесь. Давайте найдем уже. Мечик-то хороший. Заодно продадим всю эту херню. Вот. По-моему, здесь. Торговать. Сначала продамся. Потом уже будем делать что-то, чтобы было куда положить новоиспеченный меч. Ну, магические предметы я продам позже. А, ну маску вон. Реликвия у нас болтается уже пару эпизодов. Сюда идти никак не получается, да? Ну все. Можно. Задание «Упавшая звезда». Во имя дыхания Силана, обращающего в камень. Это второй по величине кусок звездного серебра из всех, что я видела. Так это еще и девочка. Ирна. Ирка. Благодарю вас, герои. В награду предлагаю вам первое
оружие, которое я выкую из этого драгоценного металла. Так я хочу закусить мещ, с которого можно несколько оружия выковать. Приходи через неделю, она будет ждать вас. Ну, ладно, неделю я прямо здесь подожду. Не отходя от кассы. Ну, дойду до этого, до мага. Ну да, до алхимика. Вот. Пустите. Дойду до алхимика. Вещи опознаю. Масочку. Давайте дойдем уже. Не за 20 милити. Хватит ржать надо мной. Вот. Хватит зевать. Все время спать хотят все. Что за народ? Прям как в жизни. Так. Близится ночь, да она не близится. Как раз резко стемнело, близится ночь. Так. Слухи. Ну, нам туда надо. Очень надо уже. Так, обучение. Мастер с любым луком. Не надо мне это. Мне надо опознать вещи. Давайте посмотрим, что кому оденем. Я не помню, какие у него свойства. Ага. Блин. Я опять не... Ну ладно. Ладно. Лук ждет тебя, дорогая. Так. Кому маску дать? Я не помню, чья маска. Ну давай, пока она оденет. Начнется раскачка. Как видно. Кому чего и зачем. Ничего серьезного. Ну давай, проклятие, чтоб тебя защищал. 100%. Все. Остальное я продаю. Да. Все хорошо, но деньги нужны. Так, давайте посмотрим. Тут есть. Ну, ладно. Так. Это обязательно скупаем. Доспехи бога, ужас, мне нужны шапки, тем более. Ладно, пойдемте уже неделю потусим в таверне. И там потом я включу запись уже. Ну вот. Нам говорят, что спал я спал. И задание дополнено. Нужно переться. Эльфийки к этой. Фика, она, по-моему, эльфийка, да? По крайней мере, по внешнему виду. Так. И собирать наше оружие. Павшая звезда. Как и обещала. Вот первое оружие, которое я сделал. Я называю его клинком звездного серебра. Не слишком оригинально, знаю. Ну, хороший кузнец знает цену красоты, улыбается. Теперь он ваш. Пусть он хорошо послужит ваших приключениях. Вот, да, да. Спасибо. Ну, пойдемте, опознаем его. Она же не могла нам рассказать о его свойствах. Нужно попереться к алхимику. Алхимик-то лучше в клинках разбирается. Однозначно, что там. Логика-то железная. Да вы что, я не знал, что это клинок из звездного серебра. Итого, смотрим. 22-24, то есть урона уже в два раза больше. Ну, что-то слышит. Это не то, 20... Нет, меньше урона.
Лучезарный круг дракона вообще хороший урон. Но со временем, в любом случае, этот клинок станет лучше. Ну и у нас будет другой клинок. На самом деле. Но этот я не буду продавать. На этом я как бы завершаю этот эпизод. Да не как бы, завершаю. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Если понравилось, ставьте лайки. До следующего эпизода. Пока.